Привет всем. Mercedes W211 Elegance сломалась ручка, да, ручка ручного тормоза. Здесь вот два болта откручиваем, шестеренка, да, шестигранник T25H, если кому-то интересно. Так, у меня не получилось. Это идет отдельная здесь. А у меня идет цельная, то есть у меня не получилось ее снять. Да, если не знаю, если вы видите, вот она идет цельная. Никак ее не снимешь. И я что-то пытался ее снять, а оказывается, что она не снимается. Да, то есть подковырнул вот здесь вот отверткой, да. Отверткой подковырнул здесь. Снял эту крышку. Потом мне пришлось снять фьюзборд. Здесь два болта. Снял, убрал. И потом пальцем подцеплял вот здесь вот снизу, да, снимал старую ручку, освободил, потом поставил новую ручку и также пальцем нашел, ну, как бы удобно вам, потому что вы будете видеть по своей старой ручке, да, как его цеплять, то есть подцепил сюда и пальцем здесь уже трос поставил на эту ручку. Ну и в принципе все, и все назад, шестигранники закручиваете, собираете. И будет вам счастье. Удачи!